Поговорим о водолеях. Это люди, которые родились с 21 января по 20 февраля. Знак гениев. Боготворят справедливость, обладают широкими интересами, никогда никого не раздражают. Их идеи оригинальны, у них острый ум. Панически боятся ограничения свободы, в том числе и брака. Женить на себе водолея практически невозможно. Но если вам это все-таки удалось, поздравляем, он ваш на всю оставшуюся жизнь. Водолей очень привязчивы и с трудом рвут отношения, им очень тяжело резать правду матку в глаза. И поэтому они предпочитают бесконфликтное решение ситуации. Честны, надежны, но при этом часто бывают тугодумами. Да, и кстати, под этим знаком рожден Галилей.